вот песок. Эти салат, вот эта связь у меня. Эти салат. Так. Вопрос, как нам туда попасть? Короче, на фоне больших небоскребов, маленькие небоскребы, они теряются. Маленькие, в общем, они. Малепузенькие небоскребчики. В сравнении с большими. Вот. Все гармонирует, блин, в гармонии. Блин, лужайки поближе, вообще красота, конечно, дым офигенно. Вот нефтяные деньги скупают. Ну, короче, много денег, все хорошо. Так, куда идти? Да хрен его знает, куда идти. Короче, ой, там, наверное, хрен перейдем. Ну, наверное, туда. Я совсем не уверен на самом деле. Просто я там переходы, то есть я вижу переход только вон туда, а там дальше не вижу, поэтому попробуем здесь, пока здесь не красный. Вот, кстати, капельный полив, то есть, ну, чтобы травка хоть какая-то росла. Ну, все в песок уходит. Вот. Чтобы, ну, капельками поливается. И, да, вон сюда. Красный, красный. Пойдем. Остановка. И, кстати, остановки сделаны, куда пойду, здесь по крайней мере никого нет. В общем, сделано примерно таким образом. Заходим, и тут кондиционер. О, как хорошо, давай отдохнем. Если там плюс 28 или 30 или 31 или 32, сейчас это 20. Ну, нет, не 20. Здесь все-таки не так холодно. То есть, мне кажется, тут, ну, около 22. Здесь нигде ничего не показывает. Ну, кондиционер работает, кстати говоря. Алюминиевая. О, кстати, не холодная. Ой, то есть, не... Ну, короче, в принципе, вроде энергоэффективно должна быть. Ну, что это? Работает. Что, стоим или идем? Сейчас. Понятно.